Всем хай! Вы на канале Топ-Топ Видео. Что-то ноги у меня разболелись. Пойду в аптеку, куплю себе какие-нибудь лекарства. О, а вот и старенький дедушка пошел. Наверное, я стареть начинаю. Интересно, а как бы выглядели принцессы Диснея старости? Давайте с вами посмотрим. Итак, поехали. Тиана, несмотря на возраст, все так же весело и все так же любит возиться на кухне, готовить что-нибудь вкусненькое. Мулан, именно так должна выглядеть в старости женщина на Востоке после китайской медицины. Спящая красавица. Видно сразу, много спала и не перетрудилась, поэтому в преклонном возрасте выглядит неплохо. Золушка. Годы проходят, а она все так же танцует на балах. Уже не с принцем, а с королем. Ариэль. Морская вода. Морщин добавила не очень много. Жасмин вместе с Аладдином не скучает и на старости лет. Миринда. Морщины добавились больше, чем у матери. А что вы хотите, после смерти отца дела и заботы в королевстве добавилось. Все приходится делать Миринде. Эльза. Именно так неплохо могла бы выглядеть Эльза на старости лет. Все-таки она повелительница стихии холода, а в холоде кожа не так сильно стареет. Ну, вот я и купил себе лекарство. Что-то очередь в аптеке сильно большая, и долго я там стоял. Надо домой пойти отдохнуть. А вы пишите в комментариях, кто из принцесс Диснея больше всего состарился.